Я не понимаю твоего нежелания, Хал. Ты же не собираешься сказать «давай сделаем это, давай купим еще» и тому подобное. Я бы предпочел, чтобы ты называл это осторожностью. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить «Экономика на краю мира». Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Честно говоря, инвесторы получают прибыль от разницы между соответствующими процентными ставками ЦБОА и их страхованием. Чем дешевле страхование, тем больше они могут установить лидерство над другими компаниями. Сказав это, Крис прервала себя на мгновение, прежде чем переключиться на числа. Я только что вспомнила. 0,8%. Короче говоря, это означает, что срок действия договора страхования составляет примерно год, и вероятность невыполнения требования к тому времени составляет около 0,8%. Гораздо дешевле будут безопасные заявления среднего и высшего уровней. Считай, что бесплатно. Для частоты отказов, которая на практике была равна нулю до третьей цифры после запятой, это определенно было завышением. И потом, чем меньше страховка, тем больше разница с выплатой процентов по облигациям. Это, в свою очередь, означает, что можно получить больше прибыли. Когда мы с Марко повернулись друг к другу, Крис еще больше приблизилась к сути. Хотя, как и ожидалось, заявления низшего уровня еще не проданы. Правда? О, точно, покупки регулируются для покупателей. Именно. Поскольку мы изначально вложили как можно больше риска в низшие заявления, они имеют рейтинг 3B. То есть только на уровень выше мусорных облигаций. Конечно, людей, которые их покупают... А, блять, количество людей, которые их покупают, уменьшилось совсем немного. Что вы будете с этим делать? Так как сумма огромная, должно быть большое количество непроданных продуктов. Излишки определенно должны накапливаться. Однако, увидев восторженное лицо Крис, я по какой-то причине поежился. Ее манера поведения, которая заставляла ее выглядеть так, словно она могла найти ответ на любой вопрос, казалось, обладала красотой. Поскольку это ты, я расскажу. Как пугающе. Мы уже продаем наши продукты, такие как пенсии и фонды, хорошим покупателям. По правде говоря, люди, которых ты прогнал, пришли, чтобы продвигать определенный продукт. Передовые финансовые продукты банка Ижа Ротчберга, который, вероятно, стал величайшей финансовой машиной в истории человечества. Едва ли этот мир подходит для осла, который мог только бегать по фондовому рынку. Боже, чёткие сложные, сука, слова-то. Крис самодовольно улыбалась, ее глаза были скрыты за ярким светом, падавшим на ее очки. Эти оставшиеся облигации были собраны, а затем переработаны благодаря магии гауссовской копулы. Как думаешь, что случится дальше? Да хуй вас знает, я не понимаю, что и до сих пор происходило. Слова Уоллеса промелькнули у меня в голове. Облигации, которые были слишком рискованными, наряду с чрезвычайно опасными облигациями, были разделены на облигации без какого-либо риска. Алхимия. Мы называем их обеспеченными долговыми обязательствами, или же АБД для краткости. АБД распределены по той же иерархии, что и ЦБО, высший, средний и низший уровни. Хотя очевидно, процентная ставка облигаций, используемых для их изготовления, хороша, в целом они имеют лучшую процентную ставку, чем ЦБО. Они продаются как горячие пирожки. А поскольку речь идет о переработке отходов производства, то это также решает проблему дефицита кредитов на рынке. В принципе, нет необходимости собирать новые кредиты. Конечно, мы также разрабатываем симуляции, где если у нас останутся лишние обода, мы соберем их и перераспределим. Ее временное название — синтетические обода.
Итак, как мы должны назвать эти остатки? Мне лично кажется, что БД-2 было бы очень хорошим названием. Или в квадрате это? Наверное, 2 просто. Старый проектор издал электрический стрекот и отобразил картинку лунной ракеты. Громко говорившая Крис продолжила сквозь хихиканье, словно пытаясь подавить смех. «Совсем вышесказанным!» Она начала склоняться вперед. «Сколько ты покупаешь?» Я слышал, как Крис радостно моет посуду вместе с Лизой. На секунду мне показалось, что я переместился на 4 года назад. Но время не подвластно человеку. И с течением времени люди растут. Эта система невероятна. Смотря на ЦБО, или лучше сказать, на ОБД-схему, все еще отображенную на стене, Марко выглядел совершенно сбитым с толку, бормоча эти слова. Она хорошо подходит лунной поверхности. Значит, мы собираемся купить высшее заявление на 5 миллионов мулсов, верно? Если бы я ответил «нет», тогда бы это означало, что я был всего лишь упрямым ослом. И со страхованием на всякий случай. Ты попытаешься обыграть соглашение по бухгалтерскому учету? Нет, я их покупаю не для азартных игр. Я делаю это для того, чтобы сначала посмотреть, что это такое. Я сказал это в качестве жалкого возражения, но Марко со вздохом произнес следующие слова. «Я думал, что заявления среднего уровня этой АБД тоже неплохи. Ценные бумаги, изготовленные из сбора фильтрации и очистки отходов от ЦБО. Загрязненность, то есть риск, становился все более концентрированным и оттеснялся на задний план». Или же можно сравнить эту операцию с созданием пресной воды из морской. Как только мы дойдем до стадии, когда сосредоточим всю нашу энергию на покупке, вот что мы сделаем. Я просто хочу получить как можно больше прибыли. Тебя все еще что-то тревожит? Нет. Таков был мой ответ, но я показал ему свою ладонь, прежде чем опустить ее на колено. Не столько сомнения, сколько чутье. Что-то не так. Не так? Она работает слишком хорошо. Я взглянул на Марка и усмехнулся. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я тоже удивлен. Я ведь не доктор Уоллес, в конце концов. Думаю, это скорее всего ревность по большей части, по крайней мере. Я всего лишь огорчен. Однако у фондового рынка тоже есть свои хорошие стороны. Но отношения между риском и прибылью, к которым я привык, там недействительны. Я с трудом воспринимаю это. Проектор отображал несколько формул. С тех пор, как я занимался продажей на своем ноутбуке 8 лет назад, математика уже была мощным инструментом. Но здесь все еще было место для вмешательства человеческой руки. Честно говоря, такие люди, как я, могли пораскинуть мозгами и даже насладиться этим. Кроме того, прибылью было то, что ты получал, идя на риски. В каком-то смысле, нашей простой и понятной эре, скорее всего, пришел конец. Также существует культурное различие между Землей и лунной поверхностью. Последнее – это место, где можно получить большой шанс в своей жизни. Иже Ройчберг был ракетой, летящей на топливе ЦБ. В то же время я всего лишь был ослом, отстававшим от времени даже на старомодном биржевом рынке. Наверное, я слишком возгордился, думая, что был Давидом, победившим Голиафа, являвшегося Авалоном. А? Я знал это. Большие организации промышляют в удивительных масштабах. Я пробормотал эти слова, глядя на проектор, и Марко бросил взгляд на меня, а затем на проектор, прежде чем пожать плечами. «Что ж, подумай об этом. Кажется, словно у них есть целый легион таких, как ты.
Так что же мы будем делать? Казалось, что Крис и Лиза закончили мыть посуду и теперь разговаривали, сидя на диване. Я мог понять это потому, как звучали их голоса. Да, в конце концов, что мы сделали? С одним лишь вложением в 5 миллионов мулсов большой прибыли не заработать. Если я действительно хотел заработать денег, мне пришлось бы вложить в 10 или 20 раз больше этого. Дабы это стало значительным. Столкнувшись с вложением, которое свело само общество своей прибылью, смог бы я придержаться нейтралитета, не следуя ему и не оставляя? Что? Фондовый рынок теперь был насыщен, и чтобы продолжить извлекать из него прибыль, мне придется понизить свой уровень здравомыслия. Мне придется начать торговать тем, что, как я знал, было дорогими акциями. Но если верить словам Крис, оно так выглядело из-за эволюции методов управления риском. Если это было правдой, безумие спекуляций было бы постоянным. Мог ли я принять это? Если бы пришлось отдаться на милость математики, может быть. Однако я знал, что мир не работал по заветам математики. В последний момент, даже когда ты показал им правильный путь, люди так испугаются и смутятся, что не смогут сказать, что есть правда. Прежде всего, с самого зарождения истории не было такого прецедента, чтобы фондовый рынок оставался в постоянно растущем тренде. И с этим мой мыслительный процесс вернулся в самое начало. В таком случае, если бы мне пришлось отказаться от своих убеждений, я хотел потратить время и энергию на что-нибудь более позитивное. И если я мог быть уверен в этом, то вложение должно привести к огромной прибыли. Как сказала Сатья, я мог смотреть на это как на самый большой шаг в истории, где на кон были поставлены невиданные прежде горы фишек. Я рассмотрю и проанализирую это настолько хорошо, насколько смогу, будучи деревянным ослом. И уже тогда решу, стоит ли нам делать ход или нет. Расследуем это как следует. Мы больше не можем их игнорировать. Марко выглядел озадаченным, а затем ответил. Но выглядит так, словно ты все равно их купишь. В этом нет ничего такого. Я не понимаю твоего нежелания, Хал. Ты же не собираешься сказать, давай сделаем это, давай купим еще и тому подобное. Я бы предпочел, чтобы ты назвал это осторожностью. Я поднялся и вышел в коридор. Ой, Мила... Она что, ей в ухе чешет? Что? Войдя в гостиную, я увидел Крис, положившую голову на колени Лизы, пока та прочищала ей уши. Такой огроменной палкой! Господи! Ну же, Крис, не двигайся! Крис поняла, что мы наблюдали за ней, и когда она попыталась пошевелиться, Лиза отчитала ее. И взглянув на меня, Лиза сказала это. Хочешь быть следующим? У меня нет денег. Как насчет Марка? Нет, не стоит! Он не хочет, чтобы кто-то кроме Элеонор делал это. Ух, какая жалость. Марко приоткрыл рот, словно желая что-то сказать, и как только мы встретились взглядами, он отвел глаза, надув губы. Что ж, тогда мы уйдем первые. Боже, вы так спешите? Я тоже. Как только Крис сказала это, все еще находясь под руками Лизы, я выдал следующие слова. Если ты не отдохнешь, пока есть время, то упадешь в обморок. Ой, я куплю примерно 500 заявлений высшего уровня, если, конечно, у тебя есть столько на складе. Лиза бросила на меня короткий взгляд, а затем обратилась к Крис с улыбкой. Слышала? Молодец, ты заключила сделку. О. Ну что ж, увидимся. Да, спокойной ночи.
Я сделал Марка знак глазами, и мы вышли из церкви. Стемнело. Казалось, что температура внутри купола лунной поверхности упала. Я взглянул на звездное небо, проецируемое сверху. Подумать только, мы проигрываем продукту, созданному Крис. Мир и правда работает странным образом. Марка сказал обратное тому, что мы обсуждали только что. Внешний вид не важен, верно? Крис компетентна. Конечно, ты прав, но это все равно кажется странным. Каким-то образом я понял, что хотел сказать Марка. Но, может быть, так и работал мир. И все же чистка ушей. Услышав мое бормотание, Марка взорвался смехом. Иногда стоит хорошенько посмеяться, иначе не сможешь продолжать жить. Здесь стоять без движения было равносильно смерти. Мы должны продолжать идти по нашему пути. Потому что мы поклялись продолжать идти. Значит, нам придется заниматься расследованием параллельно обычным делам, да? Справимся ли мы? Кто эти мы, о которых ты говоришь? Я пожал плечами, и мы добрались до большой улицы, чтобы вызвать такси. В тот день рынок был неспокоен с самого утра. Экономика перегрелась до такой степени, что Англия решила повысить процентные ставки. И почти как если бы я был привлечен этим событием, она вызвала серию потрясающих изменений в ответ. Настоящий мир был не похожим на кредиты, которыми заправляла Крис. Все было взаимосвязано. Тут что, кто-то спонтанно решил прогореть? Спросил Марка, заходя в офис с сумками в руках. Да, тут было довольно шумно. Они бросали компьютеры и стулья в стены, но, полагаю, это всего лишь скот. Ага. Я сгорбился на стуле, поедая импортную вишню, за которой посылал Марка. Это было довольно распространенным явлением. В конце концов, им нравилось идти на огромные риски, которые оборачивались боком. Как только все немного отклонялось от их ожиданий. Совсем как говорила Сатия. Если есть хотя бы шанс несчастного случая, он произойдет. Я слышал, что число самоубийств, вызванных провалом инвестиций, удивительно низкое. Думаешь, это правда? Марко отложил продукты, небрежно начиная довольно тревожный разговор. Даже во время Великой депрессии США, случившейся в 1929 году, процент самоубийств на самом деле не сильно увеличился. Возможно, странно слышать от меня такое, но это всего лишь деньги. Хотя... Мой рот был полон ягод, когда я произнес это. Это большая игра, сделай или сломайся. Я слышал, что раньше ты тоже был таким же, Хал. Я избавился от вишневых косточек, прежде чем ответить. Это правда. Я практически никогда не пользовался левериджем и всегда ставил на кон все возможное, когда оно того требовало. И тебя сокрушили? Сокрушили. Я поднял руки и возвел глаза к потолку. Большие азартные игры не так уж плохи. Тебе нужно идти на это, если ты ожидаешь прибыли. Такие возможности трудно обойти стороной. Однако ты должен избегать таких ставок, в которых ты можешь потерять все. Я смог восстановиться после этого только потому, что у меня осталось хоть что-то. В любом случае, скорее всего, нам больше никогда не подвернется столь большая возможность на биржевом рынке. Ага, но для покупателей нынешний рынок должен выглядеть так, как будто он растет такими темпами, которых они никогда больше не увидят в своей жизни. Ты говоришь это после того, как они швыряли стулья и компьютеры об стены, когда все пошло слегка не по плану. Марко пожал плечами и откусил хот-дог. Вот почему я всегда благодарен, находясь на спине осла. Рынок повержен в хаос, но мы все еще не получили ни единого звонка от наших инвесторов.
Уверен, это все благодаря нашей ежедневной работе. Кроме мистера Голдсмита. Марко выглядел раздраженным, говоря это. Но это ведь неплохо, да? Он ведь человек, который поймет, если ему объяснить. Верно. О, точно. Какой-то парень не так давно попытался продать мне черный лист инвесторов. Он сказал, что это были имена нервных взыскателей. Сколько он стоил? Марко пожал плечами в ответ. Но больше с нами никто не связывался. Они все удовлетворены нашими двухнедельными отчетами. Это показывает, что они доверяют тебе. Нам следует продолжать и не позволять впадать в отчаяние. Я не особо отчаялся. Марко сохранил выдержанное спокойствие на лице, когда я сказал это. Он смахнул горчицу с левой стороны его рта и слизнул ее с пальца. Ты говорил множество самокритичных вещей после того, как покинул клуб 25. Я начинаю понимать, почему Элеонор наняла тебя. Она сказала, что ей нравится то, что я никогда ничего не боюсь. Уверен, она сказала это с иронией. Кто знает? Он сказал это с нахальным выражением лица. Затем он опустил голову, нажимая на планшет одной рукой. Мгновение спустя мне было отправлено письмо. Я говорил об этом человеке. Мы наконец можем договориться о встрече. Это фирма по продаже недвижимости. Они попросили Ижа Рочберг о суде. New Age Development. Ну, что думаешь? А что он думает, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.